Фу, народ, в общем, всем привет. Майские праздники. И, в общем, начинается полудикий огород. Сезон 2. Что-то устали сюда идти. Сейчас, в общем, покажу, что с огородом. Травка на нем расцветает, голосится. Смысл такой, сейчас здесь хочу перекопать, посыпать удобрением и с леса натаскать немножко какого-нибудь, что-то типа дерна, чернозема какого-то более-менее, чтобы вот эту глинистую почву перемешать хоть как-то. Кроме того, посыпать хочу удобрением под перекоп, что-то типа суперфосфата, и набить грядки хотя бы чуть-чуть и чего-нибудь, естественно, посадить. Но перед этим надо хорошенько отдохнуть, что-то мы вообще выдохлись. Попить водички надо. И кроме того, еще хочу посадить две розы. В общем, жена у меня выписала несколько саженцев роз. Я не знаю, два или три. Три, да? Короче, два из них вообще сухие, присухие, не знаю, либо такие отправили, либо они в дороге, но дошли они быстро, сомневаюсь. Вот таким образом, друзья, сейчас выглядит огород. Я его немного по осени что-то перекапывал. В общем, как видите, здесь трава вовсю шпарит. Надо снова перекапывать и пройтись граблями. Ой, не знаю я, друзья, где, правда, что посадить. Я думал вот в этом районе розочки посадить. Одну на углу, вторую здесь. Здесь хочу кабачки посадить. В общем, как пойдет. Что-то я сегодня даже и картошку не взял. Немножко хотел грядку картошки посадить. Но, по-моему, рано еще об этом. В общем, сначала надо всю эту почву, грунт приготовить. Вон, юный огородник. Взял, друзья, новую тяпку в этот раз. Она теперь немножко у меня потяжелее, пошире, а то в прошлый раз слишком легкая была, в общем. И удобненько камни выбирать. В общем, камней что-то много в это полезло. Грабельками надо пройтись все это дело. Ну откуда ты такой здоровый там взялся, а? Не помню я тебя. В общем, сейчас займемся. Сегодня мы будем сажать королевский редис. В общем, вот такую грядочку сейчас отдельно сделали. Сейчас мы здесь редиску посадим. Ну-ка покажи, какую. Фиолетовый король. Здесь я немножечко так перелопатил, друзья. Посыпали каким-то удобрением, в общем. Так, не обильно. Пачку высыпал. Сколько-то килограмм она там. В общем, вон, где палочки торчат. О, бумажка улетела. В общем, где палочки торчат, там я посадил семена кабачка. В этом углу сейчас посадим попозже розу. Точнее, две. В общем, грядка кабачков, роза. Здесь еще одну розу. А здесь, я не знаю, или еще кабачки. Или, скорее всего, нет. Скорее всего, я здесь картошку посажу. Потом хочу посадить помидоры. Ну, это в следующий раз. Что-то я сегодня устал. Сюда натаскал с леса пару охапок, грубо говоря, земли. Немножко перемешал, получше стало. Огород вроде небольшой, друзья. Но что-то я подзадал. Землю таскал. Клал в синий тент, кусок синего тента. Несколько лопаток. Открывай. Все, сажаем. Где? Ага. А то вдруг забудем, так видео посмотрим, хоть вспомним, где еще растет. Капочки посадили. Патиссоны. Короче, друзья, сегодня что-то осилил только две грядки. Вот. Посадил кабачки,
тут патиссоны, посадил две розы. Но вот это не факт, что вообще примется. Вроде как корешок что-то еще и чуть-чуть живой, но непонятно. И еще одну розочку. Ну, здесь у нас шиповник растет. Здесь мы посадили редиску. Ну и больше я немножко так покопал, короче, что-то сил нет. Еще успел сбегать в фотоловушки, там прикормки накидал, хлеба, рыба, кости, в общем. Если кто не верит, что мы сегодня копали, вот у нас мозоль. Что-то я сорвал мозоль, поэтому медленно копал достаточно. В общем, ну что смог, то сделал. Что стало прохладно. В общем, собираемся в сторону дома. Сегодня снимал мало, считай, почти ничего не снимал, поэтому объединим в пару серий. Ладно, все, мы